Всем привет! Продолжаем битву за Сталинград. Первая глава. Уже больше половины прошла. На пешке я вылечу. Что-то я... Ага, здесь без штурмовка. Это интересно, только позиция артиллерии или как? Блин, они испохабили все эти анлоки. Все, что было открыто, все закрыто теперь. Только то, что в миссии прошито, только то можно взять. Вот 6 фаб-100 и 10 РСов. У меня слов просто нет. Я думал, только на лавке такой косяк, оказывается, нет. То есть не 500, так ничего, сотками я не знаю, что там кидать. Это надо точно попадать. Ладно, на месте разберемся. Налет на аэродром, там можно и пострелять будет. С курсового чуть-чуть. Но это вот сколько с последнего патча прошло, уже недели 3. Народ пишет, я написал про Л-5, но я не думал, что у пешки такие же проблемы. Значит, это у всех самолетов. На Иле только нет такой проблемы, там все открыто. Но есть подозрение, что разработчики хотят битву за Москву к 9 мая выпустить, поэтому... Все силы там, под Москвой. Время 5 вечернее, 4 пешки, 2 истребителя прикрытия. Любые 4 цели. Аэродром, блин, в чистом поле. Ну, в принципе, он известен, мимо него проходил много раз. Там, по-моему, лесок еще какой-то рядом. То есть напрямки 262 градуса, 4 минуты лета. Интересно будет посмотреть. Уже вечер. Надо было закрылки выпустить, блин, хоть чуть-чуть. Она тяжелая, мне... Могу не взлететь, а там дерево стоит. Там 262 сразу ложусь на курс. У
Да, висят. В принципе, если бы не облачность, то солнца хватило бы. Так, подсветка приборов, конечно, никакущая. Не намного лучше. Так, часы. 42 минуты. Посмотрел на высотомер. Градация такая же, как у часов. Показалось. Так, 4. И вот сейчас у меня вопрос. У меня, значит, я взял, если 10 соток, 6 соток. Поместились ли они у меня все снаружи? Да, направляющие РСФ вижу. Вечер самый красиво, по-моему, сделан в игре. Вообще зима нормально сделана. Но вот этот переходный период, когда день в ночь переходит, с облаками прям... веришь. И необычно очень, что плоское все такое, куда ни глянь, просто вот доска. Зацепиться не за что взглядом. Так, проходим линию фронта и... после нее еще столько же. То есть я иду медленнее, чем расчетное время.
Так, 6, 4, 5. Значит, они где-то закрутили их. Это хорошо. Интересно, как РСы выставлены. Они на 600 метров, есть у них сведения или нет? То может так получиться, что я не попаду никуда, крылья-то широкие. У нас прикрытие всего два, их, блин, сожрут, не заметят. Так, а нам еще минуты три, наверное, лететь. Блин, еще один аэродром мимо проходим. Прямо над ним. Поезд едет с фарой. Тот аэродром обозначен как с живым зенитным прикрытием, но и поезд тоже добавит. За ним не заржавеет. Надо его обогнать. Прожектора уже очнулись. Так, ну мы идем по прямой, нам нормально. Так, температура. Подостыл чуть-чуть. Четыре пешки, так загруженных, нам не хватит на всех. Я уже вижу аэродром. Транспорт я не вижу, но это очень плохо, что он есть. Так, бомба у меня оказывается в этом. Вот она колонна, бля, сейчас снизу как влепит. Да, жирную цель не сожрали.
Типа на РС надо куда-то сгрузить. Поймали гады. А мне зайти как раз надо. Две. Я в него и третий раз не попал.
Так, все, оставлю на отход. РСами никуда не попал, 10 штук мимо, бомбами один раз попал. Так, на отходе у нас никаких аэродромов. Моментально начинает огонь и прямо в мой сектор, то есть вообще без зазора. Реализма нет никакого у зенитчиков. Надо было по вагонам стрелять, локомотив все равно с пулеметов не пробьешь. У нас точка над городом находится, блин, над городом, вот там может быть и станция железнодорожная охраняемая. Хотя, может быть, в игре учитывается, что сейчас уже темно. И если цель не подсвечена, то по нам не будет стрелять. Стоят, смотри-ка.
крупнокалиберный закончился. Ну, хоть на одного меньше. В городе вспышки постоянно. Так, полукомпас у нас еле светится. В такое время погоду хоть истребителей не будет. Так, я полосы не вижу. Да, вот они дают. Вот же она, блин. Они дают не с того конца ей. Там еще кого-то принимают, что ли? А, это мои же.
Еще чуть-чуть и ночная посадка получилась бы. Шикарно что-то творилось. Отстояние на месте. Ладно, пока не развалились, выхожу. Хвоста что-то отпало. Здание выполненное. Башня, турельная установка. Новая модификация. Ну, хоть обычная посадка. То, что отвалилось уже после остановы, не засчитали. Ну и куда-то попали. Конечно, смешно. 4... Сколько? 10 ресов. 6 соток. Но, тем не менее, интерес был не в этом. Интерес был в посадке. В потемках. Еще на шажок продвинулись. Это приятно. Вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока.